Яна Осташенкова, Злата Саприна, Полина Линенко, Елизавета Николаева, Марго Едгарова, Юлия Зигаренко, Кира Моногарова, Габриэла Гринберг, Марьяна Шакирова, чемпионка Москвы 2021 и 2022 года и чемпионка Московской области 2024 года Любовь Рубцова. Вице-чемпионка России по младшему возрасту и победительница всероссийских соревнований София Сарновская. Это был гран-при. Победитель финала гран-при Валерий Ангелопон. И победитель всероссийских стартов Дарья Карева. Даша только что, совсем недавно, стала в пару с Валерием. И давайте поддержим ребят. Это первый дебют на шоу. Трехкратная чемпионка России по младшему и старшему возрасту. Бронзовый призер чемпионата России по прыжкам. Чемпионка Московской области 2024 года. Елена Костылева. Елена Костылева сегодня выполнила в своем сольном номере 2 четверных прыжка. Международной серии Гран-при и финала Гран-при России. Чемпионка России по прыжкам в команде Евгения Плющенко. Вероника Жилина. Вероника Жилина! И у нее же прыжок в шпагат. Победитель этапов Гран-при России среди юниоров. Чемпионка России по прыжкам в команде Евгения Плющенко. Софья Титова. Победитель всероссийских и московских соревнований Александр Плющенко. Наш краб Себастьян. Тройной луц. Чистейший. Кстати, самый сложный прыжок из прыжков. Серебряный призер чемпионата России Макар Игнатов. Ангелы Плющенко тренируются под руководством Евгения. Чемпионат
двукратный вице-чемпион России, серебряный призер чемпионата Европы Александр Самарин. Чемпион России, чемпион Европы, Дмитрий Алиев. Санкт-Петербург. Тренерский штаб Евгения Рукавицына. И сальто. Вот такие парни тренируются и живут в Санкт-Петербурге. Призер чемпионатов России, чемпионка Европы и финала Гран-при Алена Косторная и победитель всероссийских стартов Георгий Куница. Сложнейшая поддержка. Ребята выучили специально для нашего шоу. Спасибо, ребят. 2002 и 2010 годов. Трехкратный чемпион мира. Семикратный чемпион Европы. Десятикратный чемпион России. Евгений Плющенко. Все четыре олимпийские медали были завоеваны за Санкт-Петербург. Титулованный фигурист планеты Земля. Больше медалей в фигурном катании в разных олимпиадах ни у кого в фигурном катании не существует. И он из